Всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и сегодня мы будем делать реакцию на королевскую драму. А, даже не знаю, что это за комикс такой, но тем не менее... Что ж, будет интересно глянуть, учитывая, что это еще один комикс, вышедший на канале House Light. Давайте-ка начнем. Королевская драма by Begonion Bean. Окей. Оу! Галаксия, Пит! Что это только что было? А, какое-то слияние. Как вам понравилось слияние? Извини, дорогой, но ни мой муж, ни я не можем вспомнить тех чувств, которые пережили во время слияния. Да, это было несколько медленное слияние, но в то же время быстрые и размытые ощущения. Даже когда я был свидетелем рождения моей жены прямо у меня на глазах. Действительно, и реальное объяснение магии этого зелья еще предстоит найти. А, еще и рождение жены прямо у него на глазах. К чему это все? Твич. На. Что вообще происходит? Какой-то рандомный набор кадров. Порядок слияния, где решение? Если зелье происходит от магии, как можно не знать, как эта магия работает? Как оно может выбрать, кому сливаться первым? Может быть, Закора знает? А может и нет? Жидкость превращается в пар, который вдыхается через легкие. Таким образом, начинается цепная реакция. Слияние двух тел одновременно. Всего двух тел. Как могут сочетаться две кьюти-марки? Появляются ли у новых пони новые таланты? Как течет королевская кровь в новых слияниях? Окей, слишком много как-то вопросов было. Но в этот момент она, знаете, кого мне напомнила? Из тетради смерти Лайта Ягами, который только получил свою тетрадь, и он таким же образом, типа, расписывал, кого он хочет и грохнуть. Да уж. Нет, я должна закончить свое исследование! Оу. В чем дело, Томми? Почему она так себя ведет, папа? Я имею в виду Спиди. Режим тварь, красный уровень опасности. Режим тварь, красный уровень опасности. Это должно помочь ей выйти из того, что мы называем режимом тварь, Томми. Из всех вещей, торт – одна из немногих слабостей моей жены. Никто не любит торт больше, чем моя галаксия. Что происходит? Что это за имена? Кто это все? Мне кажется, или этот комикс какой-то сложнее, чем когда пробуждаются демоны, когда у вас начинают вбрасывать просто кучу непонятной инфы просто подряд. Сначала разговорчики, потом на тебе миллиард инфы. Потом опять разговорчики, опять миллиард инфы. 2 секунды драки, опять миллиард инфы. О, тортик. Теперь все кончено, дорогая Твайлайт. Может быть, в другой раз, Твайлайт. Просто не хватило бумаги. Что-то я все-таки не понял. Это подопытные Твайлайт или кто? Откуда там... Кстати, я только понял. Откуда там парень? Типа, человек, точнее. Спасибо за торт, милый. Но мне тоже его хотелось. Теперь тебе лучше, сладкий. Спиди, что она делает? Я не знаю. Может быть, все дело в пивном пироге? Это пивной пирог? Он превращается в пони. Ага.
Оу! О, моя дорогая жена, как много раскрывается в тебе, когда ты затуманиваешься тортом. Почему я пони? Почему она так на меня смотрит? И почему папа, я имею в виду Спиди, ничего не делает? О, мой дорогой маленький пони, действие торта – это блаженство. Возможно, мы отправимся на Луну. Может, она сделана из чизкейка? Папа, я имею в виду Спиди. Мне нужна помощь. Мне нужен взрослый. Я уже взрослая. О боже, кто-нибудь помогите мне. Статера луста, эт левалар протестата миа. Спасибо, любовь моя. Мне не следовало есть этот торт. На самом деле, этот пирог, который ты съела, был пивной, дорогая. В нем был сидр, но я забыл об этом, когда телепортировал его сюда из холодильника. Кроме того, независимо от того, в каком состоянии ты бы ни была, ты всегда будешь моей галаксией. Я всегда буду рядом, чтобы уравновесить тебя. На этот раз я точно сяду на диету. К тому же, мне нравятся изгибы, которые дают тебе эти торты, любовь моя. Они делают тебя еще слаще. Прекрати, красавчик. Простите, ваше величество. Я так и не понял, это... Типа отдельная какая-то история, или это может быть сериал, который смотрят принцессы? Боже мой, сколько у меня вопросов к этому комиксу. Величество, не могли бы вы превратить меня обратно в человека? Мое тело чувствует себя очень странно, а так быть не должно. Конечно, милый Томми. Одну секунду. Ура, он снова человек. Видишь, все получилось. Вскоре, после того, как слияние было завершено, у Томми и двух членов королевской семьи были довольно яркие мечты. Я люблю тебя, мама! Я тоже люблю тебя, мой же ребенок. Так, подождите. Значит, Селестия держит куклу с мальчиком. Твайлайт читает какие-то установления квестри. Мой маленький принц. Мы будем всегда защищать тебя ценой своей жизни. Всегда, мой сын. Теперь это моя семья? Мама, папа, я не знаю, где я! Что это был за набор кадров? Я ничего не понял! Хаослайт, объясните, пожалуйста. Я, видимо, отбитый, раз не понял, что тут не один ты. Я все еще не понимаю, что здесь происходит. Я все еще не знаю, что мне чувствовать по отношению к этому комиксу. Что произошло в конце? Ничего не поняла, но очень интересно. Что-то странное, интересное, посмеяться можно. Я реально тоже не понимаю. Вот даже пишут. Так, стоп, стоп, стоп. В этой маме королевской семьи есть еще Луна, Кейденс, Селестия и Твайлайт. Что за фигня с ними случилась? Они чё, всосались в друг друга? Ну типа... Я нифига не понял, честно скажу вам. И надеюсь, что вы хотя бы сможете мне об этом написать в комментах. Сказать, что это все-таки было. Что это за комикс? Почему столько вопросов? Не знаю. Давайте заканчивать. Всем огромное спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Грин, Флаттер Грин. Всем удачи, всем пока-пока. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал.